Обильное снеготаяние и подъем грунтовых вод стали причиной аварии на основном городском коллекторе. Город на несколько часов остался без воды. Сейчас водоснабжение налажено, работы по устранению аварии еще продолжаются. Изношенность железобетонного канализационного коллектора, проложенного уже без малого 40 лет назад, привела к его разрушению и к прорыву сточных вод, которые размыли грунт. В результате аварии произошла просадка земли в районе пересечения улиц Агрономическая и Полевая в поселке Совхозном Славянского района. Сразу же были приняты меры по минимизации последствий аварии. Работники Славянского водоканала подготовили фронт работ. Метровая труба коллектора лежит на глубине около 8 метров и пустили отведение канализационных стоков по рукавам в аварийном режиме, минуя поврежденный участок коллектора. На месте, где произошла авария, побывал глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб. Было принято решение провести ремонтные работы по замене изношенной части коллектора длиной 150 метров для того, чтобы избежать подобных неблагоприятных последствий. В настоящее время здесь развернута техника и приглашены соответствующие специалисты. Для того, чтобы заменить трубу коллектора в сжатые сроки, работы идут полным ходом. Они находятся под постоянным контролем руководства города и района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».